шамоним. Что там припод? А. Так, и тут один слот есть? Есть, кто там у тебя? Сейчас мана тоже. Пофиг на КД? Да, у него там длины есть, просто он на магике сидит. Сейчас спрошу, что там. Так, ход отсюда без проблем, сейчас походим. Что там, это долго будет, маг, а то, ну, надо стартовать. Время. Наверное, минут 5. Короче, можете без него, если хотите. Давай начнем. А там, если, если повезет. Рыба была. Пока нет, сейчас поставлю. Ставьте. Починитесь, пока купите регги, кому надо. Пока джиф стоит. Рыбу ставлю. Три пала раскидайте. Каску, кулак и МП5. Скромник тут. Скромник. Так, кулака нету. Ну, один пал, потому что АФК. Там горе выгнулся. Так все, может, хапало, кулаки не раздают. Только ветряки. Вообще без разницы. Ну, насколько помню, у ретриков они апнутые. Угу. Но я не уверена, что это обязательный талант. Да, это не обязательно. Они могут его скипнуть. Просто зачем? Возложение усиленное взять. Не-не. Если ты спятишься, массакра не будет. Чё там со скормником? Чё вы кашете? У скромника вкачано кулачку. Я не знаю, я его прям практически среди первых призвала. Может, у Диси мой бануть, что он подошел. Скромник. Где он там? Я его в Дисе не вижу, что-то. Есть вообще? Шляпа кабана, я почти уверена, что он есть у вас в гильдейском Дисе. Потыкайте его в личку. Еще раз, кого? Скромник это не наш. Скромник не наш, он ваш. Скромник это морданец. Ты крикер, блять. Его в Дисе нету. Любить его нахакашить. А я такой, ничего себе, у нас новые люди поедут. Короче, ебаните ему в дис, у кого там его дис есть, что-то я не вижу его в дисе. Чё за хуйня, что-то долго он ушел куда-то. Скромник. Ебать. Ты же знаешь, что его в Дисней? Ну, хули, привычка ебаная. Чё ты его загнёшь? Блядь, пиздец, сука. Ебучий случай. Вот он, походу. Скромник, блядь. Пиздец, мы тебя заебались ждать. Ты тут? Да. Давай кулаки.
Пельмешань, чего тебе не хватает? Я почти уверен, что кулака. Короче, блядь, пока вы бафаете, я сейчас запускаю. А я не ты тут? У нас Ваня пропал куда-то. С Адаров. Шкаф ставьте. Чеманите Ваню быстрее, он дал ранее. Шкаф ставьте. Четыре лока, там шкаф. Четыре лока, шкаф, вы тут? Алло, блядь, раздупляйтесь. Ставят, нахуй. Ставят, не паникуй. Спокойно. В одного танка идем? Два. Там где биг дэмэдж? Так, ребятки, сразу скажите, кому не сложно будет по диспелю чуму. Нельзя принять его, блядь. Скромник может по диспелю. Я все равно тут так вагон. Просто я, скорее всего, отвлекаться не буду. Ну нельзя принять, прыгайте вниз, значит, нахуй. Диван дайте на кого-то. Прыгайте вниз. Прыгайте вниз, быстрее сдохните там, через секунду. Диван дали? Да. Все, прыгаем. И на меня тоже дали. Снимаем, а срез давай. Релогнись. Ставлю рыбу. Веронику ресните. Угу. Суманите танку, пожалуйста. Ну, просто Веронику ресу. Вероника, чуму диспелишь, короче. Ну пусть танку диспелит лучше. Ну хочешь танку диспелить? Танку, да, танку ты диспелишь чуму. Ты всегда просто диспелил, поэтому тебе проще будет. Все готовы. Скромника ени танку поели, рыба стоит. Помнишь, Вар? Ласку масло выдать? Про двух мобов помнишь, Вар? То есть урдалаков не таунти, они их закливают в рейде. Один шаркающий, один маленький. Когда два шаркающих, урдалаков уже не берешь. Блять, у меня на этого написано, на Ваню. Истерия написано. Макрос. Откиньте Эридара в четвертую пати, пожалуйста. Любого. Но я не буду слушать твои отчаянные крики, послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои! Атаку! Три, два, один. Чума скоро будет, готовимся выносить. ИВБ.
чума, 2 секунды, смотрю. Фейки. Шаркающий скоро будет второй. Чума 3 секунды. Короче, шаман. Хуй пойми. А, пельмешай. 2%. Шли на край потихоньку. Это всю парашу завуешим. Напуливай тебе на меня. Мелких не таунти, только не забывай. От вара подальше встаньте, чтоб чума сюда не прыгнула. Все, диспальте вара, иди сюда. Перед лицом третьего духа не бегите. Третьего тоже заберешь. Третьего духа на вару напуливаем. Смотрите, агро не сорвите. Сферки бьем. Сейчас третий дух, вар лови. С меня дух. Аккуратно. Давайте, напульте на него там, как от КДшится. Осторожно, не сорвите агро духа. Сверху убейте. Ну вот перед лицом нормально бегается. За спину Люча на кружок будете лететь. Так, истерию даю. Фу, ауе. Даем. Кстати, у меня первое скринение не показывает. Из подвала к нам. Через две. Расходимся. Сейчас встаете это на полукруг сразу. В центре вторую лужу нельзя разливать. Сразу на полукруг, на рейндж вставайте. Вас вальки схватят, потом разобьем. Будет лужа одновременно с вальками. Вставайте на рейндж уже. Милики уже вышли с центра. 5 секунд осквернения. Уже ушли все. Смотрим, на ком лужа, и потом только идем бить. Вот на мне. Все, валик, бьем, сейчас я лича подведу. Все по валькам играем. Следующая будет лужа, а потом уже вальки. Печеньку надо больше дать. А, сейчас разобьем. Сейчас растягиваемся. Лужу за центром оставляем. В центр никто не заходите. Звездочку нельзя заливать. Сейчас будет лужа, секунда. Секунда лужа, и потом в центр возвращаемся к личу. Сейчас разольем. Все, идем в центр. Волкину прохильте, не достают. Вот за спину Люча вставайте. Полетите немножко в сторону от лужи, в сторону ромбика. Все, фулл ауе. ПВБ инер. Ромбику стан. Тоже разбейте. Оскорнение 5 секунд, выходим из подвалик. На пути движения валькир не бежать милики. Частица 5 секунд обновить. Оскорнение, отошли от него. И к личу возвращаемся. На эту, на другую сторону полетим сейчас. Еще волну бить будем. На другую сторону, за спину лича. От спины к краю будете лететь. 3 секунды вальки. Смотрим вальки. Схватили и сразу разбегаемся. С траектории движения валик отойти. Оскорнение 2 секунды. С пути валик отходим. Ну, блять, это...
Блять, Фонкич, нахуй, ты... Я понял, хорошо. Нихуя не понимаешь, да? Ну, блять. Не, я понял. Так нельзя делать просто, блять, перед вальками лить. В гере они быстрее будут лететь, чем сейчас. Фулл ДПС полечу, будем переводить. Вальки со сквернеем будут одновременно. Можете встать на ренджу, бежать будем в кружку. В сторону кружка на край. Бейте лича. Вальки хватают валькам стан. И фулл ДПС полечу. Все, черепка. Сюда к кружку бегите. Весь рейд, бегите сюда. Переходка 1%. Фулл ДПС полечу. Вар дашь ШВ, когда зима будет кастоваться, готовься. Вот, все, лич перевелся. Да, давайте инера все раздавайте, все в КД. ШВ, холи палма сакру. Заходим. Я первого, третьего, а ты второго, четвертого. Блять, Геру забываем все время. Короче, фон... На второй даете, да, Геру? Фонкич с Рогой оставьте напылы, на четвертого духа навара дадите этот, эти напылы. Вот, вот это вар забирай. Агрони сорвите из духа. Я понял. Я этого заберу. Четвертого навара вот этого сейчас на пульте. Сейчас готовимся перед лицом духа не бежать. 5 хилов, готовьтесь захилить. Все бьем сферки. Видите сферки? Их надо убить. Вы сейчас улетите, блядь. Свято, с Булкин, блядь, перед лицом бегайте. А я не захиливаем. Чуть не сдох, блядь. Хилы повнимательнее с этой хуйней. Все, от этой стороны на ту сторону бежим, на противоположную. Так, вар. Это самое. Если что, зубы проси, если прожимки нету, если КД. Крик там. Осквернение отходим. От лича отойдите немножко. За спину лича вы уже должны все встать. Духи летят прямо на вас. Когда вот так вот духи летят, этот, два хэпала там чисто. Захиливайте, чисто две цели. Кто там тихо так говорит, пиздец, нихуя не слышно. Оскорнение 3 секунды. Я говорю, на следующий рюкзак ШВ дам. А, да, хорошо. Оскорнение. Пошли уже за лечом на ту сторону, вперед меня бегите. РДД, хилы. Милики там бейте. Все, за спину встаем. В треугольник. Только не в обрыв. Вот летят духи. Готовьтесь. Вар ШВ дал, хлопает, отлично. Все, это захиливаем. Алкину быстрее сейчас сдохнет. Вот, отлично. Оскорнение 3. Сейчас после духов сразу оскорнение он кастанет. И идем потихоньку. Милики помедленнее поведу в этот раз. На мне оскорнение. За лечом не бегите, осторожно будьте. Сейчас немножко обходите лужу. Короче, дал тебе истерию. На край заходим. Прячемся за спину лича. Геру, может? Да, да, давай Геру, что-то, блядь, забываем. Давайте, конечно. Короче, дал не зыбку. Вара захилил. Короче, может быть, раньше осквернение, уже разбегитесь. Может, раньше духов будет. Нет, вот, наверное, на следующий каст будет. Ну, там уже добьем. Короче, стойте, добивайте тупо. Духи спуститься не успеют. Сейчас осквернение выйдите. 1% добивайте. И в этот вырезку полетим потом. Потом и ВК. Диваном-то зачем кидаться? Если у меня сейчас что-то забагается, я всем ГП кину. Кто сейчас в рейде? Паладином. Да это я кинул. Да не должен вообще это забагаться. Не надо делать, пожалуйста. Если забагается, тогда мне кидай только. Да ты можешь снимать диван.
Прыгай, бегай, бей лича. Лича убей, пока он не пропал. Я по нему не стою. Да, он неуязвимый. Ну что, две глоры, да? Вчера два аркуса выпало. Сегодня, кстати, еще третий аркус выпал. И прилив. Кто-то там говорит с кем-то, я хуй пойми. 10. Уже поговорил. Блин, а где мультик? Метриос Фаллен Раш. Охуеть. Видимо, без ГП я сегодня. Срани, тролльте. Так, я тогда напала, пошел в РС-ку. Да, давай. Африка, конечно, апнули охуенно. С учетом того, что я в Дестро шмоте. Крутой, крутой. Это самое, защитник надо, нет? Варчики, кому-то надо? Если никому не нужно, я себе возьму. Мне еще, я еще, в принципе, можно две взять, если никому не нужно. Это хант? Нет, это вар говорит. Еще на два. Ну, давай тогда так. Короче, я ему кинул. Это сочный. Хорошо. Вроде не кидал. Он покоритель. Покоритель вчера надо было вроде. Че, сочный только и все? Тело я 6 кинул. Я 6 кинул. А, да, что-то не заметил. Фаллен Раш. Это что у нас, хант? Хант, вар. Роль, нурик. Тут один хант. Все. Хант, ну, тут только один в рейде. Ну, вару отлично зайдет. Ну, нахера. Там даже без суки там. Ну, я бы по консулу сначала ханту отдавал. Вары потом полутают. Вот эту хуйню. Метриос надо кому-то успек. А, или вару, может. Вару у тебя есть, нет? Ну, у меня есть. У меня 2.6 пуха. Не, ну Метриос. Если в принципе, можно взять. Ну, Метриос вообще топовая пуха. Че, я ему закину, нурик, или че? Ну, ладно, закину. Че, я тебе закину топовая пуха. Все, поле. Просто больше попало у меня. Летим. Летим в РС-ку. Рарника-то нету. А рарник не в рейде, он во второй пойдет. Он осколки собирает. Ну скромник, он же тоже танк. Ему лучше будет. На варов это не идет. Да, смотри, у меня 2.6 пуха есть. На варов. Ну, посмотри.